Я вот голосовал против этого проекта бюджета по той причине, что считаю невозможным финансирование стадиона, футбольной и баскетбольной команды более чем на 500 000 000 рублей из муниципального бюджета. Я считаю, что это все должны финансировать частные спонсоры. А если частные спонсоры не считают футбольную или баскетбольную команду достойной того, чтобы полностью финансировать и содержать, тогда надо распускать и все. Почему должны расходоваться муниципальные средства на содержание таких объектов, как этот гигантский стадион? Ведь как минимум это должно быть на балансе Московской области. Но, к сожалению, проект бюджета был принят минимальным числом голосов. 14 только лишь человек из 25 голосовало за. Ну, соответственно, те, кто голосовали за, они берут ответственность за принятие решения на себя. А мы, как я могу лишь еще раз подчеркнуть, против такого расходования средств. Малыгин Андрей Михайлович, депутат Совета депутатов городского округа Химки. Я голосовал против бюджета, потому что считаю необоснованно высокими тратами на содержание профессиональных футбольных и баскетбольных команды КК Химки и БК Химки. На мой взгляд, они ведут не очень правильную политику, потому что покупают легионеров, что в свою очередь препятствует развитию детского и юношеского спорта. То есть как бы, эти деньги было бы лучше направить именно сюда, чтобы спорт развивался, как выпускник спортивной детской юношеской школы Олимпийского резерва номер 1 города Химки, могу сказать, что спортшколам этого не хватает. Также голосовал против бюджета, потому что очень много расходов, которые в него были заложены, они никаким образом не определены. Там есть статьи «Иные расходы», «Прочие траты», другие. Вот таких статей набегает где-то на 3,5 миллиарда рублей. Антонина, депутат Совета депутатов городского округа Химки. Сегодня на заседании мы принимали бюджет городского округа Химки на 2017 год. Я проголосовала против. Наши поправки и замечания не были учтены. Значит, а замечания все-таки были существенны. Значит, во-первых, на содержание зеленых зон и поддержание экологического, значит, санитарно-экологического состояния выделяется в разы меньше денег, чем на показушные расходы по субботникам, по экологическим субботникам. Причем экологические субботники и субботники разделены в данном, значит, бюджете. Что подразумевается под одним или другим, как говорится, понятием, мы так и не выяснили, к сожалению. Помимо всего прочего, я поднимала вопрос о том, что необходимо закладывать деньги на исполнение решения суда. В частности, значит, по решению суда 2012 года, в котором Химкинская прокуратура обратилась в суд к и ответчиком была администрация Химок, необходимо было провести лесоустройство по городским лесам. Это Сходнинский лес. И суд вынес решение в пользу прокуратуры. То есть администрация с 2012 года должна была провести лесоустройство. Этого она не сделала по причине того, что нет денег в бюджете на исполнение данного решения суда. Исполнительный лист был выдан. Причем самое интересное, как рассказывают активисты, значит, данный исполнительный лист администрация просила, исполнительное производство просило приостановить. И тем не менее, сегодня мне было заявлено о том, что неисполненных решений суда в администрации нету. Второй момент, значит, в положении, которое приложено к бюджету, значит, 2017 года, есть, ну, в положении сказано о том, что необходимо сокращать показушнические, в кавычках, расходы и непосредственно направлять деньги на более насущные вещи. В том числе, значит, учет городского имущества. Наши деревья, кустарники и вообще зеленые зоны тоже являются городским имуществом. Тем не менее, на инвентаризацию зеленого фонда города Химки не было выделено ни рубля. Я об этом, значит, этот момент озвучивала, и его тоже, к сожалению, не приняли. Поэтому, ну, наши интересы как экологов не были учтены, поэтому я проголосовала против.